Всем привет, друзья! Тури и Лекс с вами. Короче говоря, я замерзла. Настя замерзла. Мы уже приехали на ВГ-фест. Шум, пусть так не кипишуй, все ништяк вокруг. Шум, пусть так не кипишуй. Самый последний, как обычно. Но а где селфи-палка? Да у меня тут в чемодане. Короче, фишка с такси работает, но единственное, что пришлось ждать где-то полчаса, пока найдется типа свободное такси. Так что, друзья, много желающих. Все идут на ВГ-фест. На большом воздушном шаре. Находимся на Wargaming фестивале. На входе сейчас тут переоденемся, причепурим носик и пойдем снимать стенд. Ну, пока Настя носик не причепурила, стенд снимать не получится. Поэтому, друзья, надо подготовиться. А Настя тут вовсю переодевается уже, готовится, намазалась, смотрите, какая симпатичная, черненькая. Всем привет. Ой, какая-то далёкая. Тут снежно твой, бедновато. Кофе там, кстати, все такое. Маловато. Маловато. Я еще не завтракал, между прочим. Ты кофе уже выпил? Ты покажу. Прям. Смотрите, я сейчас вам покажу. Покажу. Сейчас вам покажу. Ой, привет. Здрасте. О, здравствуй. Здорово. Вот кого своих начинаем встречать. Да? Знаком? Ты смотрите, кого мы встретили. Это... Я... Нет. Он, посмотрите, он не может найти слова от радости. Я хожу просто смотрю, что-то. Я хожу Торнадер, Энерджи, ищу, чтобы халяву попить. Зайдешь, скажешь. Хорошо. Я могу сразу сказать всем. Знаете, в чем проблема? Тем, что я, в принципе, не знакома ни с... Гетфаном, Злом, Алканавтером, но из-за того, что ты смотришь с ними видео, ты как-то понимаешь, что ты их уже видел 100-500 раз, только они... Гордишься, меня тоже было. Да нет, там можно повернуть. Вот, поэтому такое ощущение, что ты знал их всегда, и, в принципе, можешь подойти и сказать, видите, люди даже из Казани приехали. Знаете, кого мы встретили? Вот так это происходит. Я не люблю на камеру. Если Вайти поедет, пожалуйста. Привет. О, привет. Котята приехали. Вы склифы-то привезли? Склифы, да, склифы привезли по запчастям. Ну, а там есть, знаешь, в программке «Собери шведов». Вы собирали склифы сегодня? Сегодня, на самом деле, с утра собирали меня, потому что очень тяжелый, на самом деле, переезд Москва-Санкт-Петербург. Изменение климатических поясов и временных поясов. В общем, очень устали. Да, очень. Я поняла. Утро было прям очень устали. Водички надо было с утра, да? Устали просто, короче, весь поезд. Вот я сейчас, на самом деле, моя версия была симпатичнее. Да. Короче, все, мы уже ФБ уже, не скрафтили ФБ. Давайте видео не снимать. А нам можно, мы свои. Да. Wargaming практически. Только у меня баджик отобрали. Ну, вернут. Короче говоря, мне тут люлей навалить. Склиф, ну ты где там? Давай им анальный проход. Меня бьют. Че, у меня вот, у меня, видишь, снизу такие квадратики воюют. Это я вот. Ты снизу, а я вообще. А, вот ты где. Ну ты засранец. О, ко мне подкрепление пришло, красненьких. Нормально. Работаем. Все супер. Графон не так себе. Че скажешь, Склиф? Как тебе графон? Компы не тащат, короче, компы не очень. На самом деле,
по-моему, то был вор. Короче, нас поимели, друзья. Вообще просто. И базу взяли. Меня так вообще отбил отряд. Не понял. Куда катится мир? Вообще ничего не понятно. Мне кажется, игра нуждается в доработке, друзья. Да. Надо... Самый занятой человек. Садись, пожалуйста. Хорошо. Садись, пожалуйста. Да. Вот зло. Смотрите, кого это шоу. Смотрите. Саша, встань. Я загадала желание. Игра мерзнет. Все хочу. Смотрите, кого я встретила. Нет, я видела. Куда, куда смотреть? Я видела. Я вижу, да. Спасибо большое. Ну, можно я тогда? Я просто вас оттягиваю. Да, может, просто на фон. Ну, ребят. Сейчас еще жоп, наверное, придет. Самый любимый, вот самый. Не вылезает в камеру. Самый мой. Я попробовала. Желание тоже загадалось. Смотрите, этот человек, он докачал все корабли. Смысл жизни потерян. Короче говоря, движуха вовсю происходит. Смотрите, народ прибывает. Я думаю, сам к 11 внутри уж будет просто жесть. Хрен пройдешь. А может даже... Ну нет, к 11, наверное, нет, но к 12 точно. А ты на видео снимаешь? Да. А я морду корчу на эти правила. Вот на эти по***. А это секретный гость сегодня с Годуна. Сейчас выходят, в котором все там сделали, и оружие, и кастомизацию, и тому подобное. Нет? Тури, я случайно, это Сережа Воротник. Передай привет. Вечером вот. Поболтаем. Кто тут? Всем привет. Тури! Молодцы, да. Сейчас еще что-нибудь сделаем. 12 плюс это сок. А можно вас прям? Привет, ребят. Я не знаю, что еще сказать. А камера вообще здесь, да? Ох ты, ничего себе, как техника дошла до чего. Вот, ну... Друзья, ну что, компания Wargaming анонсировала свой новый проект вот буквально только что, и это будет PvE-шный шутер под названием Калибр. Но многопользовательский, то есть вы будете играть за контртеррористов и отстреливать всяческим образом компьютерных и настоящих террористов и получать за это что-нибудь, наверное, опыт и еще что-нибудь хорошее. Поэтому не уверен, что это зайдет нашим корабельным друзьям, но вот молодежной аудитории, может быть, даже и ничего так пригодится. Поиграл в Total War Arena. Проект любопытный, но пока очень непонятный. Там движуха, мочилово. Ну, все обязательно вам расскажу. Сейчас пожрать надо сходить, наконец-то.
И потом вечером жду всех на какую-то автограф-сессию, где вроде я буду присутствовать. По-моему, она начинается в 16:30, но можно будет посмотреть все-таки ближе к делу на сайте World of Warships. А вот к нам присоединяется Настечка. Настечка? Сегодня... Кошмар! У тебя же глаза лопнули, по-моему. Да, от напуга. Ну ладно, друзья, в общем, свидимся чуть попозже. Как только его огромные орудия начинают сеять смерть в рядах врагов, ничто не может его остановить. And that's Swedish engineering at its best, and I know what I'm talking about, because I was a chemical engineer. Как это было? Это было ужасно. Это было, тяжело. Ноги просто ватные, хочется сесть, лечь, упасть, умереть хочется, не знаю. Но на самом деле народу было много, все было супер. Да, у вас прям это. А корабль очень... раздается? Недорого. Да, да. Поплыли. Давай. Поплыли. Вот и заканчивается, друзья, фестиваль Wargaming. А мы, как всегда, пьяные и нет, усталые и счастливые, собираемся идти по домам. Короче, было очень прикольно. Расскажу всем в итоговом, так сказать, видео, что тут было, что как, что интересного, когда все запишу. Но, блин, было реально тяжело. То есть мы с 10 утра до 8 вечера. Вот видите, народ уже разошелся. Сейчас найдем кого-нибудь и пойдем по домам. Итак, фестиваль закончился, и хочу я подвести некоторые итоги и рассказать о своих впечатлениях. И, естественно, мои впечатления в первую очередь приятные, и это от того, что я встретил миллион классных людей, с которыми пообщался, поговорил про корабли, которые у меня что-то спрашивали, кто-то даже там автографы брал и фоткался со мной. Вообще это, ну блин, нереально приятно. Я вообще не ожидал, что меня кто-то там узнает, а узнал целую кучу народу. Ребят, я вас люблю, большое вам спасибо за все те теплые слова, которые мне говорили, это очень круто. Если говорить про фестиваль, много минусов. Маленькая территория, плохой магазин Wargaming, ужасные очереди, очереди на геймзону тоже большие, плохая навигация. Но, друзья, на самом деле это все фигня. Это все дело наживное, организация, все это придет. Вообще фестиваль классный, много общения. Разработчики, игроки, геймзоны, разные самые игры можно было посмотреть. Пообщаться с видеоблогерами, задать вопросы, сфоткаться, посмотреть пресс-конференции, послушать классную музыку, детей тоже отправить на очень прикольный, там детская зона была вообще очень-очень веселая, там активности были классные. Короче, я просто под впечатлением, мне очень понравилось. Глупо отрицать того, что минусов было много, но количество плюсов и удовольствия, которое я получил, оно просто зашкаливает за все пределы. Так что большое вам, ребят, спасибо, ну и спасибо, конечно, компании Wargaming. Увидимся. Пока-пока.